А перед вами наш топовый геймер, Masterflex. Он завершает очередную 366-ю игровую сессию. Так он будет повторять еще раз через очередной олимпийский цикл. Но смотрите, с ним что-то не так. С нами что-то не так, дорогие друзья. Алло, гараж звонит адекватность. Вечер в хату, дамы и господа. Что вообще случилось в середине вот тех вот овертаймах? Одному из студентов стало плохо, и то они кричат: «Доктора сюда, доктора сюда!» Я говорю: «Я доктор филологии». Она говорит: «Ну что ж ты стоишь, помоги ему, он умирает!» Я говорю: «Естественный отбор!» Зачем нам это нужно? Зачем? Зачем? Я не знаю. Заставочка! Нет! На ёпсики, блядь! На ёпсики! Впечатление очень сильное. Мне страшно. Маразм не пощадит никого. Ну давай, рассказывай, давай. Твою мать, сучку хорватскую рыбку! У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД. Ну, мы ждем. Когда у тебя гейминг в крови, ты не знаешь сна. Когда у тебя гейминг в крови, ты не знаешь поражений. Когда у тебя гейминг в крови, ты воюешь до последней секунды. Когда у тебя гейминг в крови, не тащит тебя команда, ты тащишь ее сам. Yo, gone Guardian wraps back around that it's gonna be Bialy down in the end. To just Snacks. Does find one. Oh, no. Let's not leave him out of this. The Big Apple and Snacks is hungry. He's got one kill already on the USP. Low HP as well on Guardian and Flamey. He's trying to bait them out, trying to get them into one-on-ones as he dances back and forth between the box. What a shot on Simple! Oh, Guardian, bye-bye! And it's on to Flamey. He's tapped in. Flamey's got a bit. Когда у тебя гейминг в крови, ты не придумываешь банальные фразы. Ты просто делаешь свое дело. Отлично. 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 Надир, ну! Здесь просто забейте 2-0, какой голешник! Когда у тебя гейминг в крови, мотивация, мастурбация и что-то еще там. Когда у тебя гейминг в крови, ты играешь за себя и за Сашку. Свят запрыгивает на окно, еще один хедшот, остается последний псипекс и врывает через дверь. Когда у тебя гейминг в крови, тебе ничего не нужно, кроме джойстика и детского масла. Почему нет? Почему нет? Когда у тебя гейминг в крови, он у тебя просто в крови. Замечательно. Поразительно. Гениально. Гейминг. Лучший способ от головных болей, депрессии и воздержаний. Шикарно! Заебись! Жалко, что мне похуй!